У нас будет 7 направлений различных. То есть это гео, квантумы, аэро, робототехника, то есть промышленный дизайн и другие направления. Образовательная программа рассчитана с 5 до 18 лет детей. Ну, понятно, что дети, которые будут младшего возраста, то есть там задачи, естественно, будут сильно упрощены, чтобы дети научились именно проектной деятельности, да, то есть методологии проектной деятельности, ведению всему этому, ознакомились с какими-то инструментами простейшими, от которых они в дальнейшем смогут перейти уже к более сложным механизмам. Конечно, это здорово, что детям дают такую возможность.